когда мы сегодня говорим о демографической ситуации, о кризисе семьи российской, о укреплении семьи, семейных ценностях и так далее, вы понимаете, но без отцов никак нельзя. И поэтому, когда мы, вот Александр Андреевич начал насчет праздника говорить, делать не просто праздник, что праздник мероприятия, нам важно поднять престиж именно отцовства, именно воспитания наших детей. То, что эта тема очень актуальная и очень такая больная.